Спасибо, что вы с нами. Сегодня вы услышите лучшие произведения из мира музыки, мировой музыки. Вы, конечно, узнали Спэн Чикория. Это наш современник, который стал уже классиком. В общем-то, позже я представлю музыкантов. Вот, помимо этого, вы услышите произведение Юрия Щеткина, это наш специальный гость. Лучшие пьесы его пера. Спасибо.
Спасибо, друзья. Это был Ратко Ковер Маркуса Миллера. И теперь вы услышите произведение пера Юрия Щеткина «Аллеи». Онтология как наука о московских понтах. Пытался разобраться Юра Щеткин. Thank you.
Жига. А теперь мы отдохнем, чего и вам желаем.
СС. Песня. Эта песня написана специально для Сергея Слободина. Это известный московский басист группы «Арсенал» Алексей Козлов. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это пьеса по этой матери «Теперь и навсегда». И завершаем вечер. «Пингвин на пляже» Юра Щеткин. История о пингвине, которого отправили на пенсию. Мы перепутали. Значит, немножко место его дислокации. И пингвин оказался в Крыму. Thank you.
Спасибо, друзья. С вами был джазовый бэнд. Дима Власенко, барабаны. Алексей Заволокин, бас. Андрей Марухин, клавишные. Юрий Щеткин, гитара. На скрипке Константин Ильинский, спасибо. Спасибо, друзья. Доброй ночи.